нам не позвонит суп, да и купить. Танцевать сегодня в моде. А ну, сябровка, выходи и себе ты покажи. Споднички мы расправим, хусточки поправим, у долони хлопнем, а в садиком притопнем. Ой, не можем...
Уважаемые друзья, с приветственным словом к вам обращается председатель сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» Жук Василий Петрович. Добрый день, уважаемые труженики села, гости, жители. Поверьте, это хорошая сегодня традиция находить возможность встречаться, невзирая на то, это рабочее место, это поле, это ферма. Даже здесь приятно вас видеть, всех здоровыми прежде всего, улыбающимся. И то, что сегодня стоит перед нами, это прежде всего работа, которая нас сегодня здесь объединяет однозначно и дает уверенность в наше будущее. То будущее, ради чего сегодня дети ходят в школу, ради чего сегодня мы являемся примером. Я не побоюсь этого сказать слово, значит, те задачи, которые сегодня доводят до нас район, область, мы выполняем. Выполняем, я считаю, качественно, и то начало, которое сегодня дает нам возможность думать о перспективах развития нашего предприятия, оно сегодня есть. Благодаря слаженности, благодаря тому, что есть у кого-то один участок, у нас их два. Два надежных участка со своими традициями, со своими возможностями. Невзирая на то, что сегодня, если брать в целом тех людей, которые трудятся для того, чтобы был хлеб, средний возраст порядка 45-50 лет, они сегодня являются примером. Достойно работы и, честно скажу, то, что сегодня... Есть та традиция, быть впереди всех, быть гигантом, она останется, поверьте. С тем настроением, с которым мы сегодня работаем, все люди, которые сегодня видят, как добросовестно вы трудитесь, однозначно добросовестны, значит, будет будущее. Поэтому скромно, с началом, хочу всех нас поздравить, что то начало, которое, грубо говоря, было в складе сегодня, оно лежит в земле, я считаю это достойно. Вовремя и в срок. Погода, видите сами, она сегодня никого не слушает. Хотя обращаемся каждый день и очень часто. Хай бы то и дождик, хай бы то и солнышко, хай бы то и тепло. А все это вместе будет результат. Надежный, стабильный результат. Спасибо вам за труд. Ну а сейчас маленькие поздравления. Спасибо. Уважаемые друзья, мы начинаем церемонию награждения трактористов-машинистов сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант», достигнувших наибольшей выработки на следующих видах работ. Николай Леонидович. С дипломом третьей степени и денежной премией награждается Данилко Сергей Иванович. Удобрений дипломом первой степени и денежной премии награждается Мельник Дмитрий Викторович. Дипломом второй степени и денежной премии награждается Колтун Андрей Владимирович. Минеральных удобрений. Дипломом первой степени денежной премии награждается Чернов Михаил Леонович. Дипломом второй степени и денежной премии награждается Сушков Владимир Васильевич.
престижной премии награждается Веревкин Олег Владимирович. Балыга Виктор Викторович. Дипломом третьей степени денежной премии награждается Богданов Иван Иванович. Дипломом первой степени и денежной премии награждается Орех Андрей Владимирович. Дипломом второй степени и денежной премии награждается Зуб Святослав Иванович. Дипломом первой степени и денежной премии награждается Зуб Святослав Иванович. Дипломом второй степени и денежной премии награждается Веревкин Олег Владимирович. Дипломом третьей степени и денежной премии награждается Орех Андрей Владимирович. Дипломом первой степени денежной премии награждается Тихонов Денис Анатольевич. Дипломом второй степени премии награждается Шумский Александр Леонидович. Премией награждается Деркач Александр Аркадьевич. Дипломом второй степени денежной премии награждается Лысенко Андрей Александрович. Химическая обработка. Дипломом первой степени и денежной премии награждается Камлев Сергей Евгеньевич. Дипломом второй степени денежной премии награждается Зайцев Иван Михайлович. Сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» награждаются подсобные рабочие, занятые на посадке картофеля и посеве кукурузы. Лысенков Эдуард Александрович. Шепелевич Александр Николаевич. За своевременное и качественное проведение работ по протравливанию зерна дипломом сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» награждается Грабко Александр Иванович. За своевременный подвоз топлива и сокращение простоя в технике дипломом сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» награждается Шепелевич Михаил Григорьевич, водитель. За ответственное отношение к работе дипломом сельскохозяйственного производственного кооператива.
за качественный современный ремонт тракторов и прицепных сельскохозяйственных агрегатов дипломом сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» награждается Зизетко Игорь Николаевич, слесарь-ремонтник. Дорогие друзья, мы приглашаем вас на общее фотографирование. Поздравляем всех участников церемонии награждения и приглашаем пройти в наш экспровизированный зрительный зал. Дорогие друзья, мы желаем вам, чтобы ваши сердца наполнялись волшебным ожиданием чудес. Мы уверены, что приход весны принесет вам много счастья, позитивных эмоций и солнечных улыбок. В эти первые весенние дни желаем вам здорового оптимизма и веры в лучшее. Так давайте в любых жизненных ситуациях верить в добро и надеяться на завтрашний день. Для вас поет Анна Зубрикова. Дорогие друзья, ну сейчас вас приветствует народный ансамбль народной песни «Веселка». Осел растит,
Земля, мой рай дорогой,
работать, не опуская рук, усердно. Трудиться на благо родной земли и нашей страны. Пусть ваши усилия превращаются в идеальные результаты, к которым вы стремитесь. Пусть ливни и жара обойдут наши угодья, а урожай превысит самое заветное желание. Поздравляю вас с этим днем. Спасибо вам за ваш нелегкий труд. За личный вклад в развитие сельского хозяйства и ответственный подход к выполнению работ благодарность сельскохозяйственного производственного кооператива «Гигант» вручается Зубу Николаю Леонидовичу. Болтуну Андрею Владимировичу. Владимиру Васильевичу. Хлеб всему голова, хлеб всему голова.
свежие синие, постаревший отец, я говорил у креста. Замечательным сегодняшним праздником и пожелать вам всем крепкого здоровья, благополучия и всего самого наилучшего. Храни вас, Господи, на многое-многое лето. Всегда оно с тобою, за ветром бегу, догнать.
там, где всегда мороз. Труд со спиной медведей, а зиму нос. Мимо летят столетия, как под льдом моря. Труд со спиной медведей, вертится земля. Сегодня будут танцы, и щеки девушек горят.